нами возглавлен член Российской Федерации. Мирно! Все встречи слева! На кран! Уберите! Сейчас. Родите нас! Слева! Губернатор Приморского края Владимир Владимирович Миклушевский. Дорогие ветераны, уважаемые приморцы, сегодня вместе со всей страной мы отмечаем священный праздник 70-летия победы за зонтика вашего отечества. Именно железная воля нашего народа, мужество и стойкость советских солдат избавили от фашизма. Цена монет 10 миллионов жизни. Эти герои, известные и безымянные, всегда с нами. Память
об их великом подвиге жила в каждой российской семье, передается от родителей детям. Нас объединяет чувство гордости за наш народ. Мы преклоняемся перед поколением победителей. Приморцы внесли достойный вклад в общую победу. Жители края, границы фашистов, наша ровность, мои тихоокеанцы, стояли насмерть за каждую мячку страны. Я умал. Сегодня мы не умал, как сотни извини, пытаются исказить историю, переписать ее на свой план. Цель этих попыток одна – ослабить Россию, разобщить нас. Именно поэтому мы всегда будем твердо и настойчиво защищать правду о войне. И мы никогда и никому не позволим переписать нашу историю. Во всей стране сегодня ходит бессмертный полк Ваймса. В принципе, это новая граница сплотила десятки тысяч. Дорогие ветераны, для нас большая честь находиться сегодня рядом с вами. От имени Сергея я хочу сказать вам спасибо за нашу жизнь, за счастье. О всех приморцах, мира и счастья, с Днем Победы! Прошу почтить память героев, падших смертью храбрых в боях за Родину и независимость нашей Родины, минутой молчания и преклонить колено. Да, мы не понимаем.
Некуда идти. Thank you.
я сто раз его не буду. Поздравляю вас с 50-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Великой Отечественной войне!
так можно посмотреть. О, да, Волгово. Вольно! Слово предоставляется командующему Тихоокеанским флотом России адмиралу Авакянс Сергею Иосифовичу. Дорогие ветераны, победители, товарищи матросы, солдаты, старшины и сержанты, лишманы и прапорщики, офицеры, адмиралы и генералы, уважаемые приморцы, жители и гости города Владивостока. Сегодня вся Россия, наши братские народы, с воодушевлением празднуют 70-летнюю победу в Великой Отечественной войне. Для каждого из нас эта дата наполнена особым смыслом и значением. Мы славим беспримерный подвиг нашего народа, его вооруженных сил, разгромивших гитлеровских захватчиков, освободивших Европу от фашизма. Четыре долгие года длилась небывалая по своим масштабам и ожесточению битва с врагом. Почти каждая российская семья, которой коснулась война, познала горечь утрат и боль потерь. В наших душах навсегда сохранится память о беспримерных подвигах советского солдата и труженика Мила. Весомый вклад в победу над коричневой чумой несли воины дальневосточники, военные моряки и жители Приморья. Воины-тихоокеанцы, наши земляки, совершали беспримерные переходы сквозь южные широты и Арктику, защищали Москву и Ленинград, бились в Калининграде. Топили вражеские корабли в Заполярье, они освободили Украину, Белоруссию, города Европы и взяли Берлин. Тысячи из них были награждены орденами и медалями. Многие пали на поле брани. Их имена сегодня начертаны на памятных плитах мемориалов и братских могил на родине и за пределами России. Героические дела наших предков будут незабвенны в столетиях. Их не сотрут современные реставраторы истории. Словно забыв о преступлениях фашизма в Европе, они поощряют и финансируют неонацизм на Украине. И одурманенные политикам банды охраняют могилы советских солдат и демонтируют памятники героям Великой Отечественной войны. В этот день вместе с нами полномасштабные праздничные мероприятия проходят в Республике Крым. Города героев Севастополя и Керчи, где земля входит от крови советского солдата, отдают почести своим освободителям. Письменная вахта памяти началась на восточных городов воинской славы, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Хабаровска. Во всех уголках нашей Родины сегодня славят солдата-освободителя, солдата-победителя. Их подвиги помнят наши современники и сохраняют руководство великих сильных России. Уважаемые товарищи, от имени военного совета да здравствует наша великая Родина! Да здравствует наш народ-победитель! Ура, товарищи! Yeah!
Владивосток называется. Ми Владивосток. По-английски. Сейчас пойду.